бьется. Живой. Ты где был все это время? Малыш, я... Да, Тасенька. Привет, Май, ты скоро? Да, да, я сейчас уже буду. Подожди, пожалуйста. Мне сейчас надо уехать. Ты где остановился? Нигде. Сегодня вернулся в город, пришел на нашу квартиру и не смог попасть. Бродил по городу и вдруг увидел тебя. Так, вот. Ключи от нашей квартиры. Я тебе позвоню, хорошо? Хорошо. Не устала? Нет. Хорошо. Ай, мои любимые девочки приехали. Папа! Привет. Привет. Ну что, у меня есть идея, куда нам поехать в свадебное путешествие. Куда? Морской круиз. Так далеко. Почему далеко? Ну, раз далеко, тогда давайте в наш домик на озере. Почему нет? Кстати, Майя там ни разу не была. Я за. Отлично, тогда завтра и поедем. Ура! А можно я сама соберу свои вещи? Я уже большая. Конечно, конечно. Ой, Петь, телефон, наверное, в балетной студии оставила. Съезжу. Подожди, давай я съезжу. Да, я быстро. Игорь. Прости, я заснул. Пожалуйста, расскажи мне, что произошло. Я не понимаю ничего, у меня голова кругом идет. Я сейчас с ума сойду. Я ехал очень быстро, и вдруг резкий поворот, машину занесло. Как оказался там, не помню. А как же твои часы? Я же видела их на утопленнике. Я точно знаю, что это твои часы. Я думаю, это ты. Да? Наверное, я их потерял, когда выбирался из воды. Кто-то их нашел на берегу, и то, что человек утонул, это случайность. Что дальше? Дальше я... очнулся в больничной койке. Медсестра мне сказала, что я 2 месяца был в коме. 2 месяца? А, это же невозможно! Как же так? Тебя искали все? А в какой больнице ты был? Где? Ведищеве. Ведищеве? Ведищеве, это же соседняя область. Как ты туда попал? Меня привезли дальнобойщики, но этого я не помню. Почему ты не позвонил? После комы оказалось, что у меня амнезия. Я не помнил свое имя и документов у меня не было. Еще месяц я приходил в себя. И только вчера память вернулась. И то не полностью. Первое, что вспомнил, это тебя. Что с тобой, ты болен? У меня проблемы с позвоночником. Мне нужно срочно лечиться, иначе окажусь на инвалидном кресле. Привет.
назначение регионального врача. Я уже созвонился с доктором Семеновым. Это один из лучших спецов по позвоночникам. Он сказал примерно, сколько будет стоить лечение. Сколько? Я не помню, но я записал. Знаю, и это не итоговая сумма, еще консультации, обследования. Но денег у меня нет, поэтому. Подожди, я сейчас вернусь. Привет. Ты где? Что-то случилось? Ничего не случилось, все хорошо. Скоро буду. Целую. Целую. Вот. Здесь лекарства обезболивающие есть. Тут я принесла молоко, яйца, сыр. В общем, разберешься. Спасибо. Ну, все, мне пора. К мужу, да? Ты знаешь? Кольцо. Игорь, просто... Я же была уверена, что ты погиб. И так получилось, что мы... Малыш, не нужно оправдываться. Я рад, что у тебя все хорошо. Отличный телевизор. А ты про долг помнишь? Какой долг? За квартиру. А, да. Малыш, понимаешь, я тогда был на грани, бизнес рушился. Нужно было затыкать дыры, платить налоги. Меня еще мой бизнес-партнер кинул на большую сумму денег. И я и взял ипотечные деньги. Ну а что мне было делать? Ну, я бы разрулил все, клянусь, если бы не эта авария. Почему ты мне не рассказал тогда? Не хотел тебя грузить своими проблемами. У меня мужчина, в конце концов. Как ты в итоге вырулил с этой квартиры? Договорилась с банком? Ее выкупил мой муж. Уверен, что твой муж хороший человек. Убежден, что он тебя очень сильно любит. Ты достойна самого лучшего. Май, а что с нашим ребенком? Потеряла почти сразу, как ты пропал. Прости. Я так виноват перед тобой. Ты, наверное, меня теперь ненавидишь. Нет, Игорь, да ты ж...
Ты что, я... Нет, я тебя совершенно не винила. Ты здесь ни при чем. Вот возьми. Малыш, спасибо тебе большое. Как только я встану на ноги, я пойду работать и вернусь тебе все до копейки. Ладно, мне пора. Я уезжаю недели на три. Я все думаю. Пожалуйста, сними квартиру. Тут денег хватит. Нам нужно расстаться, ты же это понимаешь? Конечно, я понимаю. У тебя новая семья, новая жизнь. Я ни на что не претендую. Пока. Ты счастлива? Да. Можно я тебе буду иногда звонить? Я сама тебе позвоню. Спасибо, малыш. Да. Это я. Я же просила тебя, я сама позвоню. Извини, я на минутку. У меня к тебе большая просьба. Могу я остаться в нашей, в твоей квартире, пока идет лечение? Что-то случилось? Скажи, что это риэлтор. Что ты продаешь квартиру. Я вам перезвоню. Кто это был? Ты кто это? Это риэлтор. Я хочу продать квартиру. Зачем? Если тебе нужны деньги, ты да только нет, скажи. Нет, не в деньгах дело. Просто с этой квартирой связано много грустных воспоминаний. Я дурак, надо было мне самому заняться этим. Давай, я займусь продажей квартиры. Нет, у тебя так много работы. Я сама. Да просто услышал мужской голос в трубке, стало не по себе. А это, оказывается, всего лишь риэлтор. Петь, хочу тебе кое-что сказать. Что? Так хочу, чтобы мы уехали. А я-то как хочу. Завтра пораньше встанем и поедем. Я тебя очень люблю. Thank you.
да? Красота какая. И тишина. А еще в центре озера есть остров. Мы будем там рыбачить и устроим пикник. Ура! Мы поедем на необитаемый остров? Нет, мы туда поплывем. Ну что, ты рада, что мы сюда приехали? Угу. Мне кажется, тебя что-то беспокоит. Нет. Просто моя жизнь так изменилась. Не могу привыкнуть. Ты знаешь, честно говоря, я тоже не могу привыкнуть. Иногда. Что ты моя жена. Давай не сегодня. Не обижайся. Ну, разве я могу обижаться? Пойдем спать? Иди, я еще здесь побуду. Ну, хорошо. Раскачку только. Смотри. И... Давай. И... Раз. О, хорошо. Все, теперь вниз. Все. Теперь ловим. Ловим. Ася. Расенька. Вот так. Перевешиваю. А ты не возьми вот так вот. Поближе вот так вот встань. Во, вот так. Да. Когда у тебя будет дергаться поплавок? Он не должен дергаться. Еще так вот не будет дергаться. Вот, смотри, он уже дергается. Видишь, да? Видишь, он начинает дергаться. Да. Ну, вот. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Ну что, урок окончен? Отправляемся в плавание? Ура! А? Так. Угу. Держи. Давай, спускайся. Я совсем не умею плавать. Ну, милая. Когда я рядом, тебе не о чем беспокоиться. Давай. Я умею, я тебя научу. Сейчас, секундочку. Да. Что случилось? Май, привет. Мне срочно нужна твоя помощь. Сейчас буду. Варя звонила, у нее там что-то дома случилось. Я просила ее заменить на работе. Вернусь. Завтра, максимум послезавтра. Ну что ж, надо так надо. Эх ты. И с тех пор, как они уехали, вот буквально никаких новостей. Ничего, подождем. Майя. Одна. Странно. Может, они поссорились с Петром? Постарайтесь это выяснить. Принято.
Привет, ты где? Я возле медцентра на Байкальской. Я отправил свои снимки рентгеновские Семенову. Он сказал, что все намного хуже, чем он ожидал, поэтому нужно будет намного больше денег, и тех денег, которые ты дала, не хватит. Вот. Сейчас жду, когда он меня примет. Я сейчас к тебе приеду. А ты в городе? Да. Да нет смысла приезжать, я вот через пару минут уже захожу на прием. Давай лучше в квартире встретимся. Ладно, хорошо. Давай, до встречи. Ой, здравствуйте, Маечка. Здравствуйте, Алла Дмитриевна. Я на секундочку. Да ну что вы, это и ваш дом тоже. Маргарита Павловна, это я. Майя забрала с собой свадебный подарок, тот, который золотой. Привет. Ты раньше, чем я ожидал. Был Савицкий, твой партнер? Откуда ты его знаешь? Да ты когда пропал, он приходил и предлагал помощь. А, да, это он. Я сам ему позвонил. Он сказал, что готов со мной работать, как только я полностью выздоровлю. Представляешь, я так рад. Это означает, что я скоро верну тебе все деньги. Да это не важно. Главное, чтобы ты поправился. Что сказал врач? Доктор Семенов будет применять нетрадиционные методы лечения. Он разработал уникальную реабилитационную программу. Лечение дает, ну, потрясающий эффект. Ну и цена, правда, соответствующая. Игорь. Привет. И что ты будешь делать? Не знаю. Надо помочь Игорю. А как же Петя? Ты не представляешь, как я себя чувствую, когда ему вру. Просто ненавижу себя. Скажи тогда правду. Да я пыталась, не смогла. Слушай, подожди. А тебе не кажется странным? Это воскрешение, а? Да. То есть нет. Игорь мне все объяснил. А ты с чего взяла, что он болен? А? Ты не представляешь, как ему плохо. А реабилитация стоит очень дорого. Я даже колье заложила. Ты с ума сошла? Ну что делать? У кого он лечится? У Семенова. Это
лучший специалист, доктор медицинских наук. Так, слушай, давай так сделаем. Давай-ка мы завтра к этому Семенову поедем и во всем его расспросим. А зачем? Майя, приди в себя! Давай, мы договорим потом об этом. Все, мне пора, пока. Сыр мы будем спать уже после. А можно я помешаю, чтобы не засох сверху? Помешай, помешай, хорошо. Так. Привет. 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 А мы все сами приготовили. Какие молодцы. А как же наш отдых? Ничего страшного, поедем денька через два на наше озеро. Я пока как раз свои дела решу. Что там, Валя? Да ничего, все хорошо, я ее подменила. Все нормально. Отлично. Зачем ты пришла? И тебе здравствуй. У меня к тебе дело срочное. Проходи. Тася, здравствуй. Моя любимая племяшка, привет. Уходи, ты нам не нужна. Тася. Ты нас не любишь, ты ведьма. Уходи. Я тебя ненавижу! Извините. Тасенька. Тась. Так некрасиво. Тетя Рис там ждет. Я не пойду. Ну, что с тобой происходит? Мама. Тетя Рита. Я видела. Что? Тетя Рита. Маленькая моя, я тебе обещаю, я никогда никуда не уйду. Все хорошо. Алла Дмитриевна, да? Ну, оставьте нас. Да. Ведьма, значит. Интересно, что еще эта девочка может придумать? Странно. Я раньше думал, что она к тебе так относится из-за своей болезни. Вот сейчас она выздоровела, а ничего не изменилось. А тебе не кажется, что это Майя настраивает ребенка против меня? Так ты опять за свое? Нет, я просто предположила. Только учти, жена твоя не такая уж идеальная. Не тебе об этом судить. Конечно, не мне. Сейчас ты все увидишь сам. Ну что? Это, наверное, ее риэлтор. Да пусть это будет риэлтор. Только отношения у них не такие уж и деловые. Ты шпионишь, что ли, за ней? Вовсе нет. Я совершенно случайно проезжала мимо. Конечно, и совершенно случайно все сняла на видео. А ты бы словам моим не поверил. Ну что же, Петенька, тебе решать, конечно. И жить тебе с этим. Всего доброго.
Настя. Кофе, пожалуйста. Спасибо. Раз, два, три. Доброе утро. Доброе утро. Привет, пап. Ты почему меня не разбудил? Ой, вы так сладко спали. Я не стал. Алла Дмитриевна, что у нас сегодня на завтрак? Ваша любимая глазурья, Петр Алексеевич. Знаменитая глазурья Аллы Дмитриевны. Я американка. Спасибо. Ну что, какие сегодня планы на день? Дела в городе, часа на два. А что за дела? Встреча с риэлтором. Спасибо большое, очень вкусно. На здоровье, маячка. Я побежала. Пока, Майя. Пока. Хорошего дня. Спасибо. Тебя сегодня. А я вот вышел прогуляться, решил без палки попробовать. Но, как видно, зря. Ты чего? Игорь, ну разве так можно? Я что, с тобой как с ребенком должна носиться? Майя Андреевна, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Валя. Привет. Привет. Привет, ребята. Это вы лифт сломали? Это нет, там просто кнопка заедает. А. Ты знаешь, это очень хорошо, что ты здесь. Привет, Валь. Рад тебя видеть. Да. А вот я тебя не очень. Ага. Валя, что такое? Ты чего? А то, что он тебе врет. Да, я была в медцентре. Доктор Семенов 3 месяца уже там не работает. Я сейчас все объясню. Просто когда я... Слушай меня. Ты врун, понимаешь? Врун. Вся твоя амнезия – это выдумка. Я просто уверена, что никакой амнезии у тебя не было. Ты здоров, как бык! Так, давайте успокоимся и поговорим... Ты специально придумал ее, чтобы тянуть из майки деньги. Я прошу, давайте успокоимся и поговорим сейчас, как цивилизованные люди. Почему ты мне солгал про врача? Я жду. Я не лгал. Когда я первый раз разговаривал с врачом, он назначил мне консультацию. Он сам мне позвонил. Я решил, что консультация будет в медцентре. А когда туда приехал, мне сказали, что доктор Семенов снял свой личный кабинет по другому адресу. Да что вы говорите? Да. А интересно, доктор Семенов лично тебе не сказал об этом, разве? Сказал. Но я забыл. После амнезии такое бывает. Неужели? Валя! А вот давай-ка мы наберем этого доктора Семенова и лично все у него спросим, а? Пожалуйста. Звоните. Только вряд ли он вам что-то скажет. С какой-то стати. Он не будет нарушать врачебную этику. А мы попробуем? Да, мы попробуем. Какой у тебя пин-код? 111. 111. Ну, какой-то пин-код, какой простенький. А ты Валь, пожалуйста, я тебя прошу. Ну, все же выяснилось. Да ничего не выяснилось. Ты что, не видишь, что он врет тебе? Съезди тогда в эту больницу, где он якобы лечился. Я ничего не хочу. Я верю Игорю. Послушай, сними эти розовые очки. Гони его отсюда. Он врет тебе. Гони его немедленно и как можно быстрее. Валя, тебе лучше уйти. Прямо сейчас. А...
Нет? Ну, прощай. Люблю тебя. Петя! Да. Привет, а где Тася? Она в своей комнате играет. Вы поели? Да. Что? Петя, я должна была сказать тебе раньше. Игорь вернулся. Не понимаю, почему нельзя было сказать сразу, с чем нужно было знать. Я не знаю. Запуталась. Просто мне казалось, что у меня с Игорем все. Все еще люблю. Хорошо, уходи. Только Тася об этом пока ничего не должна знать. Ты же разрешишь мне с ней видеться? Только первое время. Потом ваше общение должно сойти на нет. Я понимаю. Я не могу представить, что мы с Тасей скоро расстанемся. Я сама во всем виновата. Давай сделаем так сегодня. Тася вечером ляжет спать, ты соберешь вещи и уедешь. Хорошо. Что мы ей скажем, как это преподнесем? Что-нибудь придумаю. Майя! Привет! Я так соскучилась. Я тоже. Ты обещала мне почитать. Читаешь? Конечно. Ты сейчас беги наверх. Я скоро приду. Почему ты плачешь? Все хорошо, не волнуйся. Беги, беги. Может, я все-таки завтра уеду? Ладно, мы завтра с утра пойдем с Тайси погуляем, а ты соберешься и быстро уедешь. Спасибо. Петь, прости меня. Я так перед тобой виновата.
Аллочка. Разводится. Отлично. Хорошие новости. Спасибо. Пожалуйста, вот выиграем. Ну, видишь, дождик прошел, мокрый. Ну и что? Ну, сейчас мокрые все будем. Ну и пусть. Дай. Наоборот, прикольно. Ну, хорошо, давай вот здесь вот поменьше травы. Но туда только не бросай мяч, потому что там кусты. Давай вот здесь. Вот, давай, давай оттуда и бей мне пенальти. Папа! Привет. Привет, что ты здесь делаешь? Да я случайно проезжала мимо, решила заехать. Алла мне сказала, что вы с Настей здесь. Чего ты хочешь? Петь, что-то случилось? Мы с Майей расстаемся. Довольна? Я довольна? Да. Довольна? Да, мне Майя никогда не нравилась. Но ты мне очень дорог. А что, Майя уже уехала и больше не вернется? Вы уже подали документы на развод. Майя уходит от нас? Нет. То есть, да, я... Тася. Подожди. Ты уезжаешь? Бросаешь меня и папу? Мила, я не бросаю вас. Я просто поживу в другом месте. Зачем? Ты же можешь жить с нами. Я выхожу на работу, и чтобы не опаздывать, буду ездить из города и поживу там. Ну, папа же ездит на работу на своей машине, никогда не опаздывает. Почему ты так же не можешь? Я понимаю, но... Мы с папой поссорились? Нет. Он тебя обидел? Нет, Тась, папа никогда меня не обижал. Да почему ты уезжаешь? Ну, просто так нужно. Я обещаю, я каждый день буду приезжать к тебе. Ты обещала, что никогда не уйдешь. Тасенька. Да вру я. Не подходи ко мне. Уходи. Я тебя ненавижу. Привет. Ну, малыш, ты вернулась, я рад. Давай, сейчас кофе будем пить. Ты надолго? Всегда. Я во всем призналась, мы разводимся. Идиотка! Ты с ума сошла? Ты понимаешь, что ты натворила? Где были твои мозги? Ты понимаешь, что из-за тебя меня... Я так расстроился, что снова разрушил твою жизнь. Прости, Майя. Я тебя никогда таким не видела. Я понимаю, я сам не ожидал от себя такого. Но ты понимаешь, что всю ночь не спал, я нервничал. У меня были дикие боли. Ты простишь меня, малыш, а? Прости меня. Спасибо, малыш. Малыш, может, еще подумаешь, может, не стоит торопиться с разводом, а? Я только ради тебя, из-за тебя только, а? Чтобы ты потом не сожалел об этом, а, малыш? Я уже все решила. Ну, хорошо. Я счастлив. Ну, к сожалению, взрослых так иногда бывает. Значит, что Майя тебя не любит. Я тебя люблю. Я всегда... Ты знаешь, Майя будет приезжать иногда. И
Просто очень скучаю по Тасе. Малыш, я так тебя понимаю. Вернись к Петру. Он только этого и ждет. И тогда Тася тебя простит. Да я не могу к нему вернуться. Даже если бы я этого очень захотела. Подожди. Ты что, не хочешь, чтобы мы с мамой были вместе? Что, конечно, хочу. Но я готов пожертвовать нашим счастьем ради Таси. Нет. Я не могу оставаться с Петром только ради ребенка. Это неправильно, это уже не семья. Когда подойти на развод? На следующей неделе. Ничего, Тася видео прислала с озера. Почему? Где это? На озере, у них там дом. Далеко это от города? Километров 30. За поселком Лесное озеро. Места там невероятные. Ну что, урок окончен? Отправляемся в плавание? Великолепно ты танцевала. Просто порхала, как бабочка. Я не могла тобой налюбоваться. Почему ты меня больше не любишь? Я тебя очень люблю. Тогда почему ты ушла? Одному хорошему человеку очень нужна помощь. Понимаешь? Как тебе тогда? Я думала, ты не придешь. Ну как же я могла не прийти? Даже если мы с твоим папой уже не вместе и реже видимся, ты навсегда у меня вот здесь и вот здесь. Смотри, очень волновалась, что не успею шить платье до твоего выступления. Люблю тебя. Беги.